это двое отправят средства в паровую коляску, где его просто так. Вот она влезет, только не влезет. Вопрос, так, сейчас, конечно, интересный. Я думаю, что, в принципе, должна влезть. Поцелую. Ладно. Давай, Боба. Давай. Пока. Я не думаю, что могли проигнорировать так. Тем более, что я еду с миссией доброй воли, так сказать, с предложением президенту Российской Федерации по законодательной инициативе. Именно по автомобилям для инвалидов. Первая основная моя цель как гражданина – это помочь инвалиду передвигаться, чтобы никаких происшествий, так сказать, не было, чтобы живым-здоровым добрался до Москвы. Ну, а цель как журналиста – это, соответственно, показать, как инвалид передвигается и с какими трудностями он сталкивается по дороге. Наконец-то после часа ожидания хоть кто-то остановился. Блинов Александр нам помог.